Здравствуйте. 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 Так. Ну, рассказывайте, в чем ваша проблема? Стандартная. У меня проблема, так сказать, с моей второй половинкой. Проблема со второй половинкой, да? Да. А можно сразу уточню? Вы муж? Ну а кто еще? Не, ну я сразу так и подумал. Вы муж, и у вас проблемы с женой. Ну да. А я смотрю, вы психолог от Бога. Спасибо. Ну давайте детальнее. В чем конкретно проблема? Дело в том, что уже полгода нету секса. Ну это действительно проблема. А что думаете вы по этому поводу? Что, я? Ну да, да, вы. Я не понимаю, при чем тут что я думаю по этому поводу? Нет, 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 подождите. Нам важно и ваше мнение. Какая разница, что он думает по этому поводу? Я заплатил за сеанс. Сергей, какой вы эгоист. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проблеме отсутствия секса? Если честно, мне вообще ни холодно, ни жарко. Серега, без обид. Да все нормально. Ага. То есть вас не волнует отсутствие секса? Не, ну у меня-то секс есть. А что вы думаете по этому поводу?